Приветики, мальчики! 28 сентября на Netflix выходит первый сезон мультсериала «Кастельвания Ноктюрн». Многие в этом мире знакомы с Кастельвани и знают, что это такое. Я, честно говоря, слабо знаком, но знаю, что Кастельвания — это про рыцарей, про вампиров. Я играл в разные игры Кастельвании на консолях, на мобилках, на компьютере. В общем и целом, я отдаленно знаком с этой вселенной. Так что выход этого нового мультсериала — отличный повод более подробно лично мне познакомиться с этой вселенной. Давайте заценим трейлер. Чел какой-то с хлыстом. Вампир. Блин, прикольная графика. Грудь женская, красивая. Это маленький мальчик, Бельмонт. Твоя мама забрала у меня ту, которую я любил. Я тоже мог бы убить тебя. И я это сделаю. Когда-нибудь наступит этот день. Оригинальные серии Netflix. Блин, офигенная анимация. Топ. Рихтер Бельмонт, я знаю, как сильно болит ваша душа. Он что, по воде ходит? А нет. Как много утраты и печали в твоей душе. Так называемая революция — это мерзость. И эта мерзость скоро закончится. Еще до того, как наступит полнолуние, придет вампирский мессия. Пожиратель света съест солнце. Она не захочет просто подавить революцию. Она захочет медленно высосать все из вас, в том числе кровь, прежде чем стереть все в порошок. Кайф. Какие красивые тут женщины. Очень атмосферный трейлер. Прям напоминает мне игру с PSP. Графика. Клёво. И музыка какая. Я вампирюга полетел на луну. Я молюсь за тебя, Рихтер Бельмонт. Кастельвания Ноктюрне. Такая вот Кастельвания. 28 сентября на Netflix выходит этот замечательный мультсериал. В трейлере показали очень качественную графику и анимацию. Мне он очень понравился. И прекрасная музыка, и вся эта атмосфера просто шикардосно. Надеюсь, одним сезоном этот мультсериал не ограничится. Это Антивирус был. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал за новыми видео. Пока-пока и не кусай мои бока.